Привет. Сейчас я сделаю пакет трейсер 3, 4, 2, 5. Здесь у нас трэблшутинг, и давайте сразу начнем. Открываем первый маршрутизатор. У нас здесь трэблшутинг GRE протокола, ну и туннеля настроенного. Командная строка, enable, show run, running config, смотрим как обычно. А здесь у нас очевидно, что все проблемы будут в протоколе и в туннеле, поэтому давайте его настраивать. Так. Первым делом. Так, я потерялся. Все. Смотрим, интерфейс Tunnel 0. Это интерфейс туннеля. IP-адрес, то есть 22.31.0.1. И сразу видим, что он неправильный, потому что здесь в таблице указан другой IP-адрес. Я вижу, что 72.31.0.1 это у нас G00. Если посмотреть G00, то здесь правильно, да. То есть перепутанные адреса. Видите, студент 168.1.1 это туннель, а он назначен G00. Ну и наоборот, то есть проблема здесь в IP-адресах. Давайте это быстро исправим, а потом уже будем решать остальное. Configure Terminal, интерфейс Tunnel 0. И сначала нужно удалить и там IP-адрес, потому что если мы сейчас удалим, например, no IP-адрес, мы удалили IP-адрес с интерфейса Tunnel 0, но мы не сможем назначить ему правильный адрес, потому что он уже назначен G00. То есть мы сначала должны удалить его из G00. Для этого заходим в интерфейс G00 и здесь пишем no IP-адрес. Все, мы удалили IP-адрес там и там, теперь можем назначить правильный. Так, я уже в G00, я пишу IP-адрес и копирую правильный IP-адреса. IP-адрес и маска по сети. Все. И то же самое делаем на тоннеле. Интерфейс. Tunnel 0. Здесь 16.68. IP. End. Paste. И маска по сети копируем. Paste. Все. Мы переназначили и сразу получили 60 баллов из 100. Значит, мы правильно это исправили. Давайте исправлять дальше. Давайте я пока что как раз посмотрю, в чем проблема в RB. Может быть, там все оставшиеся проблемы. Enable. Show run. Смотрим running config. Так, смотрим. Tunnel 0. Tunnel 0. IP-адрес у нас правильный. Tunnel source G00, хотя в том был GS000, то есть, скорее всего, это неправильно. И destination, да, destination точно неправильно, потому что source у нас там был S30, а destination был S30 от RB. Значит, здесь должно быть так же, только наоборот, то есть source S30, а destination IP-адрес S30 от RA. Давайте это исправим. Conf-t, interface tunnel 0, tunnel source S000, tunnel destination, и копируем IP-адрес S30 от RA. Копируем, здесь у нас сбросилось, tunnel destination и вставляем IP-адрес. Вставили. И у нас 80 баллов из 100. То есть что-то мы еще не исправили. Проблема еще может быть в путях. То есть у нас назначен туннель, но устройство не знает, что через этот туннель можно передавать пакеты. Это у нас должно быть указано в IP-роутах. Вот у нас IP-роуты. Роуты. Здесь у нас 172.31.0.0. То есть из этой сети. Маска по сети и передавать через интерфейс 192.168.1.1. Да, это интерфейс туннеля, то есть на интерфейс. То есть мы с этой сети передаем на вот этот вот интерфейс. Тут все правильно. Давайте посмотрим то же самое на RA. RA. Пути 172.31.0.1 из вот этой вот сети. Так, сейчас, чтобы было видно. Из этой сети. Маска по сети. Мы передаем на интерфейс 64.103.211. А это у нас интерфейс
S3 нуля, хотя мы на него никак передавать не можем. То есть нужно, чтобы она передавала на туннельный IP, вот на этот. Вот здесь вот ошибка. Сейчас мы будем исправлять это. Ой, давайте я скопирую сразу. Вот этот IP route. Copy. Exit. В конфигурации. Я ввожу no. Вставляю. Выходит у нас no IP route. Подтверждаю. Теперь я вставляю. И исправляю. То есть создаю новый IP route. И в конце у нас здесь IP туннеля. Копирую. Вставляю. Все. Все исправлено. Мы видим, что у нас 100 из 100. Теперь, если мы, например, сделаем пинги какие-нибудь, они будут проходить. То есть, например, с ПК А на ПК Б. Наши пакеты будут проходить через туннель. Надеюсь, все понятно. Мы все исправили. На этом все. Пока.